Друзья, всем привет! Жена пожаловалась, что мясорубка, которой не пользовались долгое время, плохо работает. То есть плохо перекручивает мясо, наматывает жилы на нож. Тут причина понятна. Вытащил нож и решетку, и вот в каком они состоянии. Также на просвет видно, что есть в некоторых местах зазор, которого быть не должно. В общем, необходимо все это исправить. Понадобится найти ровную поверхность. Для этого отлично подходит стекло или зеркало. Для заточки буду использовать мелкозернистую наждачку, сперва 600 грит. По краям наклеиваю маленькие кусочки двухстороннего скотча и к ним креплю наждачку, чтобы не убегало. И вот беру сперва решетку и пробую рукой по сухой наждачке. Не то, наждачку лучше смочить. Далее не очень удобно маленькую решетку держать руками, сильно не нажать, рука устает. Пришло в голову простое решение в виде болта с неодимым магнитом, к которому намагничивается решетка или нож. Таким образом получается довольно удобная ручка. На нее можно удобнее надавить и легко держать, рука уже не устает. Пошлифую так решетку и нож, периодически смачивая. Второй вариант удобного держателя – это взять небольшой брусок и затащить его таким образом, чтобы он входил в центр отверстия решетки и ножа, но чтобы не торчал с обратной стороны. Тоже просто и удобно. Отклеиваю наждачку 600 грит и клею 1500, более мелкую. Работать удобно обеими держателями. Брусок, кстати, можно зафиксировать в дрель и шлифовать сверхбыстро, но этот способ не рекомендую, так как шлифовка произойдет неравномерно. При вращении металл ближе к центру сошлифуется медленнее, чем у краев, и получится выпуклый нож, а нам нужен ровный. Поэтому идеально будет руками. В самом конце возьму еще более мелкую наждачку на 2500 грит, тогда поверхность сошлифуется до зеркального блеска. Вот посмотрите, нож прилипает к решетке. Настолько ровная получилась поверхность. А вот нешлифованный нож не держится, а сразу падает. Друзья, надеюсь, это видео вам показалось полезным. И если это так, то ставьте лайк и пишите комментарии, как затачиваете нож вы. Если еще не подписаны на канал, то обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!